Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 64 на странице 28 рабочей тетради по математике для 3 класса автора Маро. В этом упражнении мы должны будем ставить пропущенные числа вместо клеточек. 45 разделить на 9 равно 5. Чтобы из 5 получить 15, нужно умножить на 3. 28 разделить на 4 равно 7. 7 умножаем на 2 равно 14. 4 умножить на 8 равно 32. 32 плюс 8 равно 40. 6 умножить на 3 равно 18. 18 минус 9 равно 9. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.